Доброго всем дня, добрые наши волшебники, гости канала. Моя такая большая уже дружная семья. Спасибо вам всем за отклик, за помощь, на питание нашим лохматикам. Спасибо, спасибо, что не забыли нас. Спасибо, что с нами. Вы вернули меня к жизни, к существованию. Спасибо вам прям большое-большое. Спасибо действительно большое. Поэтому мы двигаемся дальше, все забываем и продолжаем наш путь спасения никому ненужных лохматиков. Сегодня наш ролик о наших особенных детях, которых мы с вами уже спасли и которым мы с вами дали шанс на жизнь. Это наши собачки-инвалиды, которые находятся на передержке у Натальи Вадима в Калужской области. В субботу я отвезла туда Веру и кота Феликса. Спасибо вам огромное за очередных спасенных детей, за то, что вы помогаете, откликаетесь, и то, что вы со мной. Я поняла, что вы со мной, что вы нас смотрите, что вы нас поддерживаете. Для меня это очень большая-большая помощь, ваша помощь, моральная, материальная, значит, мы двигаемся дальше. Мы сильные, поэтому сегодня наш такой ролик удивительный. В субботу я ездила, отвозила Верочку и кота Феликса к Наталье и к Вадиму. Я еще раз говорю, Наталья, Вадим, спасибо вам огромное за то, что вы есть в этой жизни. Ваш труд, он бесценен, и то, что вы занимаетесь такими особенными детками, это действительно дорого стоит. Я знаю, как вы вкладываете в них душу, как собаки у вас живут. И честно еще скажу так, что достаточно мало по России тоже честных и хороших передержек. Спасибо, что судьба меня познакомила с вами, что в очередной раз я говорю, приезжаю к вам в гости, я не хочу от вас уезжать. Я как будто попадаю в рай. Вот, моя такая большая дружная семья. Была в гостях. Венчика, мой сыночек, конечно, до слез, глаза в глаза. Понимаю, что когда-то, наверное, все-таки, если не найдутся хорошие ручки этому ребенку пушистому, наверное, когда-то я все-таки созрею к тому, что я заберу его себе. Очень много позитива от наших особенных детей. Моя такая большая дружная семья. Кое-как с Божьей помощью мне удалось погасить прошлый месяц передержки Натальи и Вадиму, но уже наступил новый месяц, и сумма к сбору 55 тысяч. Это с коляской для Веры, потому что на коляску, к сожалению, денежки, что присылались, там действительно они минимальные суммы, и все это в основном шло на питание собакам. Вот, у нас сейчас в этом месяце такие вот целенаправленные сборы будут на коляску Вере Локи, на операцию Клёпи, но это будет все в дальнейшем, и на операцию, конечно же, Гриши, на дорогую операцию Гриши, но ребенку действительно нужно оперировать, потому что, побыв 3 недели у меня уже дома, я понимаю, что эта операция ему необходима. Но это будет все в следующих роликах. Сегодня моя такая большая дружная семья. Смотрим на наших особенных детей. Я очень рада, счастлива, что я с ними побыла этот денек. Но, к сожалению, как всегда, благодаря навигатору заблудилась. В общем, 3 часа было потеряно времени. Слава Богу, что я выбралась оттуда, куда меня забрал навигатор, завел. Вот, и все-таки я благополучно доехала до своих пушистиков. Очень много времени, конечно, было потрачено. Очень переживала, что, блин, эти 3 часа я могла бы провести побольше с ребятами. Но все равно такой позитив, адреналин. Ты получаешь от общения с ними. Ты понимаешь, что они тебя все помнят, все тебя любят. И все к маме. Ну, это такое счастье. Я не знаю, у меня столько эмоций, я не знаю, как вам даже их передать, но это действительно эмоционально трогательно. Трогательно, когда мной спасенные вот эти детишки, которым мы дали шанс на
достойную жизнь, потому что, ну да, она достойная, пусть они с ограниченными возможностями, но люди же инвалиды живут, я всегда говорю, да, и наши собачки-инвалиды, они тоже прекрасно живут. Они гоняют, кушают, ну, как, в принципе, и все собачки, только сзади у них, к сожалению, не лапки, а крутятся колесики, но это тоже дорогого стоит. Дорогого стоит, потому что вместе с вами мы делаем этот мир, еще раз говорю, чище и добрее. Было бы больше таких вот действительно добрых, честных людей, то, еще раз говорю, кто-то великий сказал, да, если бы люди умели любить как собаки, мир был бы раем. Мы жили бы с вами в раю. Вот, и мы такая большая дружная семья. У нас, как всегда, очередной сбор на наших особенных деток. Сумма к сбору, еще раз повторюсь, 55 тысяч. Очень прошу вас каждого, кто с нами, девочки, комментируйте, ставьте лайки. Комментарии играют тоже большую роль для канала. Сейчас, после вот временного такого нашего сбоя, я очень прошу, чтобы вы комментировали. 500 комментариев в первые 24 часа, ведь наш ролик могут потом поставить в топ лучших. И мы можем, нас могут увидеть еще больше людей и прийти на наш добрый канал и подписаться и помогать вместе спасать этот мир. Девочки, мальчики, бабушки, все-все-все, спасибо вам огромное, спасибо, что вы со мной. Я безумно благодарю каждого за личные сообщения, кто мне писал в личку, за всю ту помощь, за всю ту поддержку моральную, которую вы мне оказали на протяжении этого месяца. Спасибо вам огромное. Еще раз хочу напомнить, что для тех, кто пополняет номера телефонов, девочки, сейчас ужесточились правила, то есть раз в месяц я могу перекинуть с Теле2, с Мегафона на карту только 5 тысяч. Остальные деньги все будут просто висеть. Вот я говорю, сейчас у меня висит 8 тысяч, я не могу ими воспользоваться. Конечно, это глупо, бредово, но, к сожалению, мы ничего с этим поделать не можем. Поэтому, если есть возможность, пополняйте, может быть, киви, кошельки. И еще хочу сказать для тех, кто пользуется PayPal и PaySend. PayPal очень много стал брать процентов. Ну вот по мне, я смотрю, да, по приходам. Не бойтесь переводить деньги по сендам. Очень удобная система, проверенная и очень, ну, как бы, очень комфортно по процентам. Потому что каждая ваша помощь, каждый ваш рубрик хочется пустить зайкам на вкусняшки и на все-все-все, потому что впереди у нас осень, зима, нам надо будет опять начинать утеплять домики, ну, то есть это все-все будет уже в следующих роликах. А сейчас у нас сбор на наших особенных детей. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.